Всем привет, ребята! Помните, такое видео недавно так начиналось про мото чего-то, про подшипник. Ну вот видите, вот эту тему, да? Оп! А теперь снова назад в прошлое. Всем привет! С вами дядя Володя Страшный и лезем на чердак. А на чердаке мы не потому, что мы ищем подшипники для Дениса, а потому, что в прошлый раз, когда мы искали подшипники для Дениса, мы нашли вот этот подшипник. И я сказал, что это подшипник от задней звезды Ижа. Но человеку почему-то свойственно лезть в конфронтацию с дядей Володей Страшным. И если я сказал, что это подшипник с задней звезды, то так оно и есть, потому как я его собственноручно менял на каком-то из своих ежей, снимая с задней звезды и ставя туда новый. И сейчас мы берем этот подшипник и идем и ищем момент истины. Ну, конечно, я его знаю. Эх, ребята, нет бы попросить, дядя Володя, мы не будем тебе херню молоть за эти подшипники. Ну, сказал ты, что с задней звезды, да хер с нее. Ну, с задней звезды, да с задней звезды, вот с этой задней звезды, вот. Ну, раз ты менял, значит, ты знаешь, за свой базар отвечаешь. Но нет человека, у нас сказать, это не задней звезды, это с коленвала Юпитера. Ну, конечно, это с коленвала Юпитера, это 205-й подшипник. Понутри отверстие 25 миллиметров, понаружи 52, высота 15. Что сложного? Вот книжка, ребят. Но я его снимал, звезды. Он такой засранный, потому что он нахер звезды. Вот, смотрите, наименование детали, подшипник. Читаем. Подшипник коленчатого вала 205. Это на Юпитерах стоят, да? Читаем. Подшипник ведомой звездочки задней передачи 205. Видите? На всех стоят. На планетах, на Юпитерах, на Херитерах. Но я его снимал. Блять, сука, со звезды. Ненавижу. Шучу, ребят. Меня это ни капли не гнобит, мне это ни капли не, как бы, не нервирует, все нормально. Вот в споре у нас с человеком, который написал комментарий, за что ему очень благодарен, то есть он высказал свое мнение, он увидел просто на видео и сразу же определил, что именно он с коленвала. Коленвал здесь немножко раздрюканный, это родной коленвал моего Юпитера третьего, он же дядя. У него здесь вот немножко лопнуто тоже, где маховик ставится. Это родной коленвальчик. Ну и вот здесь тоже уже, видать, износ, что этот подшипник 205 наскакивает просто под своим весом. Вот здесь он садится в натяг. Вот так вот. Ребята, конечно, я вас уважаю. В споре всегда рождается истина. Если человек не упертый, немножко с какими-то понятиями морали, с какими-то знаниями, хотя бы вот книжными. Пускай в памяти нельзя это все держать, но книжка может подсказать многое. Например, подшипник коленвала на планете, он называется 304. То есть можете пойти спросить на рынке 304, а вас там дятел встретит и скажет: а ты мне принеси старый, я тебе по нему дам. А на что я всегда отвечаю? Извини, братан, у меня старого нету, мне просто нужен подшипник 304. И он глазками хлоп-хлоп-хлоп и начинает копаться. Или говорит: а у меня нету, потому что ему похер. Ну, такая история от дяди Володи Страшного. Всем спасибо, всем пока. Ну, такой вот дядя Володя Страшный. Посылка, как видите, даже вот так в почетном месте на Херапухи ждет связи с человеком, который послал,
с Александром, с Александровичем. Ну, вот так вот. Блин, сука, блядь, лазь, теперь эти подшипники, да, вот этот вроде, нахуй, блядь, где этот коленвал теперь искать, юпитерский, тут же, блядь, это тут тонна коленвалов. Блядь, это что тут, блядь, веревка в этих, потом снова за... А, еще один коленвал, юпитерский, так, дай-ка я померю пока предварительно. Ну да, 205-й, вот он, коленвала, но я-то его снимал, с чего я его снимал? Бляха. Оп! Я-то его снимал вот с этого. Так, 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 так. Йо. Ах, сейчас я вам устрою видео. Я вам сейчас видео устрою. Сейчас я вам видео отдай. Ну что ты, бляха, я сейчас с тобой бороться буду. А завтра я вам покажу вот эти вот коленвалы и спрошу, с чего они, чтоб вы не знали, с чего они.